Военные, побывавшие в горячих точках, потерявшие в бою своих побратимов, очень часто страдают от посттравматического синдрома. Выявить неврологические расстройства на ранних стадиях можно по глазам. Такое открытие сделали украинские ученые из Одесского института глазных болезней имени Филатова. В чем секрет революционного метода диагностики, расскажет Инесса Занина. Зовсім не відчуваю, іноді відчуваю, часто відчуваю, дуже часто відчуваю. Де от к вам прийшов і руки трясуться? Леонид – кадровый военный. В 2015-м по мобилизации пошел воевать на Донбасс. За 5 лет прошел несколько ротаций. Сейчас пациент клиники психиатрии военного госпиталя. После крайней ротации вот он начал прогрессировать все дальше и дальше, потому что в глазах эти ребята часто, наверное, все снится, все это видишь. Тест показал, у Леонида посттравматическое стрессовое расстройство. Однако люди склонны скрывать свои тревожные состояния, говорят психиатры. Распознать их может исследование глаз. Такое открытие сделали украинские ученые-офтальмологи, фиксируя с помощью ай-трекера реакцию человека на визуальные, слуховые или обонятельные раздражители. При сочетании всех этих факторов, либо при одном из этих факторов, могут начаться движения глаз, которые человек не может контролировать, но видит исследователь. Это очень мелкие движения глаз, мы с вами их не видим, не контролируем. Их видно только при использовании определенной аппаратуры. Ученые-офтальмологи тесно сотрудничают с главным военным госпиталем. Таким методом выявили ПТСР у почти 3000 военнослужащих. Мы начали выявлять военнослужащих, которые также приходили на ротацию, в которых не было жалоб, в которых не было изменений на тестах психологических, но ай-трекер нам начал подсказывать, что есть. Диагностику психических расстройств с помощью ай-трекера одесские ученые начали проводить в 2012 году и опубликовали данные исследований в научных изданиях. В 2019-м запатентовали открытие в Украине. Инесса Занина, Александр Бугай, Киев, «Твой дом».